в заключительных сериях третьего сезона сериала «По законам военного времени», пока Рокотов и Елагина занимались расследованиями, Звягинов искал пропавший архив в Хо. Рокотов приходит к выводу, что по характерному почерку убийства Малышева, морского патруля, связного Авдеева – это дело рук одного человека. На допросе Тюбик сообщает, что в катакомбах находится банда и что ее главарь – немецкий агент Иона. Рокотов, Елагина и Звягинов вместе с проводниками Бланком и Зиминой отправляются в катакомбы.